Всем привет-привет! Сегодня мы вместе с вами свяжем вот такие вот мужские носочки. Не переживайте, девочки, это не жаккард. Вяжутся они очень легко и просто на 43 размер. У меня такие носочки и уплотненная пяточка. Также в этом видео я расскажу, почему у меня нету клина подъема, потому что многие спрашивают, и я решила в этом видео вам рассказать. Так что вот такие вот носочки. Давайте померим ширину носочков. Ширина носка у меня вот 11 сантиметров и длина 27,5 сантиметров. Но они тянутся. Носки получились отличные, связаны они с чистой шерстью. Спереди вот такой идет рисуночек. Вяжется очень легко и просто. Если вы умеете вязать лицевую гладь, только в резинке есть изнаночные петли, вы с легкостью свяжете вот такие вот носки. Можно даже и себе такие связать, не обязательно мужские. Можно и женские такие связать носочки. Из какой пряжи я вязала и все остальное, у меня всегда есть под видео. И дальше я вам все подробненько тоже расскажу. Где брала пряжу, какая пряжа, ну пряжа отличная, я не знаю, почему говорят, что она колется, я бы с удовольствием взяла еще такую пряжу. Пряжа после стирки стала очень мягкая и бывает гораздо колючей пряжа, а это тем более чистая шерсть. Ну все, наверное, давайте вязать и обязательно выставляйте работы в моей группе ВКонтакте. В Instagram. Я всегда в сторис в Instagram показываю ваши работы, подписывайтесь на мой Instagram, ссылка под видео. Все, побежали вязать. Что нам надо для вязания данных носочков? Это у меня спицы номер 2,5 на леске Ади, и если я не ошибаюсь, длина лески 80 сантиметров. У меня можно вязать чулочными без проблем, прекрасно вяжется на 5 спицах. Также сантиметровая лента, ножницы, там иголочка, чтоб кончик, в общем, затянуть. И пряжа. Пряжа у меня вот так вот Ализе Хазмир. Она мне пришла с интернет-магазина пряжа Су. У них на эту пряжу сейчас идет распродажа. Это чисто шерстяная пряжа. Знаете, я думала, она будет более колючая. Нет, она не колется. И плюс на нее распродажа, и внизу под видео вы найдете 5% скидку в этом интернет-магазине. Я вам оставлю рукоделие 12, если не ошибаюсь. Но там все как напишется. Все посмотрите. И ссылка на интернет-магазин. И давайте посмотрим. Это уже начатые клубочки. Один носочек я связала. Вот второй носок будем с вами вязать. Это Ализе Хазмира. Многие говорят, она колется, но знаете, некоторая пряжа гораздо сильнее колется. Это чистая шерсть, и для чистой шерсти великолепная пряжа, я считаю. Вообще нитка, скрутка мне очень понравилась. Я бы еще бы связала такой варежки, носки, просто идеально с этой пряжей, мне кажется. Не до такой уж степени она колется, но может быть еще от цвета зависит. Пряжа 100 грамм 300 метров идет, сделана в Турции, и это 100% шерсть, и цвет номер 303. Спицы номер 3,5, но я всегда носки вяжу спицами номер 2,5, крючок от 2 до 4. Кстати, отлично будет в крючке вязаться эта пряжа. Вторая. Ализе Хазмира, цвет номер 684. Он такой меланжевый цвет, серенький, а этот синий. И еще я взяла Lana Gold Fine для пяточки. Пятка двойная, видите, бабушкина обычная пятка. Я ее решила связать двойной. И просто вот две нитки Хазмиру и Ализе Lana Gold Fine сложила и вязала пяточку. Кстати, Ализе Lana Gold Fine тоже есть в магазине пряжа Су. Там вы тоже можете приобрести. По одному моточку вполне всего этого хватит для носочка. Итак, и перейдем к
расчетам и мерочкам. Смотрите, носки у меня 43 размер. Ну, длину носка можно легко регулировать. Обхват щиколотки 23 сантиметра, обхват подъема вот через пятку он меряется 33 сантиметра, обхват стопы 25 и длина стопы 28 сантиметров. Я посчитала, что от пятки до начала мизинца где-то примерно 20 сантиметров. И, конечно же, вязала образец. Образец можно вязать просто лицевой гладью. Набираете 10 петель и вяжете лицевой гладью. Там хватит 5-10 рядов, чтобы хотя бы примерно примерить. Потом я нашла примерное число. Это вот обхват щиколотки, обхват подъема и обхват стопы. Вот три цифры. Я сложила вместе, и у меня средняя 27 сантиметров вышла. Поделила на 3 еще, и 27 сантиметров среднее число вышло. Дальше я считала. Образец 10 петель разделила на 5 сантиметров и умножила на 27 сантиметров среднее число. И получилось 54 петли. Плюс 1 петля, там 55 петель. Но раппорт узора у меня 7 петель получается. Поэтому я взяла и вот 7 петель раппорт, 56 петель я взяла для узора, потому что 56 петель оно прекрасно делится на 4 еще. Так как резинка у меня 2 на 2, вот у меня 55, да, тут получилось, разделила на 4, будет 13,8. Я округлила до 4, 14 умножила на 4. Это 4 резинка 2 на 2, будет 56 петель. И плюс 1 для замыкания в круг. В общем, сейчас нам надо на спице набрать 57 петель. Вы можете точно так же посчитать для своего размера. Так что набираем 57 петель. Берем спицы, отмеряем один конец длинный на себя и складываем спицы пополам и набираем самым обычным способом 57 петель. Первая петля есть, и как обычно 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот так набираем 57 петель. Вот я набрала 57 петель, вытаскиваем одну спицу. И надо в двух местах теперь вот так ровненько вытолкнуть спицу. Только смотрите, чтоб не перекрутились. Они, видите, я держу руками, чтоб они не перекрутились. Вот. Все. Вот так. И будем соединять в круг. Вот что у нас получилось в итоге. Проверяем, чтобы не скручено ничего. И замыкаем в круг. Сейчас поближе. Смотрите. Мы с левой спицы переносим на правую петлю. Подхватываем петлю с правой и протягиваем петлю, которая у нас была на левой спице. Все. Протянули, тянем за два хвостика вот так и хорошенечко подтягиваем. И начинаем вязать резинку 2 лицевые, 2 изнаночных. Раз лицевая, 2 лицевая, 2 изнаночных, раз, 2, 2 лицевые, раз, 2, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевая. Вот петли у нас закончились. Мы переворачиваем вязание, вытягиваем спицу, вот которая у нас сверху, просовываем, берем нить. Мы закончили одна лицевая, вытягиваем вторую спицу и дальше начинаем вязать. Вот лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные.
Итак, мы вяжем резинку 2 на 2, 10 рядов. По кругу вот вытягиваем спицу. Это называется метод Magic Loop. Можно вязать на 4 спицах, на чулочных. Прекрасно все у вас получится. Кому как удобно, кто как привык, это как бы не важно. 2 лицевые, вот 2 изнаночные. Еще раз покажу, как я вытягиваю спицу. Все, переворачиваем. Я тяну за леску, потом проталкиваем. Вот здесь хвостик подтягиваем. Смотрим, что мы закончили. 2 лицевые, 2 изнаночные. Переворачиваем и дальше вяжем. 2 лицевые, 2 изнаночные. Первый ряд, конечно, всегда тяжело начинать, но ничего страшного. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Все, ряд закончен. Подтягиваем вот этот кончик вот так и начинаем снова вязать по кругу. 10 рядов резинки 2 на 2. Все, я провязала 10 рядов, смотрите, резинки 2 на 2, разделила пополам петли по 28 петель, смотрите, вот он, начало ряда, и 28 петель на одной вот спице спереди, и на второй спице тоже 28 петель, всего у нас на спицах 56 петель, и провязываем 2 ряда лицевой гладью. Просто по кругу вяжем 2 ряда. Ну, лицевой гладью, я думаю, все умеют вязать. Провязываем подготовительных 2 ряда. Вот. Как вязать правильно петли, за какую стенку, у меня есть видео. Как вы видите, я вяжу всегда за правую стенку, только правая стенка то спереди, то сзади получается. Все, провязываем самостоятельно 2 ряда лицевой гладью. Вот. Вот, я провязала 2 ряда и сейчас будем начинать вязать наши квадратики. Вот по этой схеме. Вот я ее разукрасила. Первый, второй ряд, как вы видите, синим цветом мы уже провязали. И сейчас мы будем вязать третий ряд. Итак, начинаем третий ряд. Берем пряжу серого цвета. И будем вязать только серым цветом. Это не жаккард, девочки. Итак, как мы это будем вязать? Первую петлю мы провязываем серым цветом по схеме. Вторая петля идет синяя. Мы ее просто вот так переснимаем, пропускаем. Дальше 4 петли серым цветом. 1, 2, 3. 4 петли провязали. Дальше синюю просто переснимаем, не провязывая нить за работой. Дальше идет 1 серая. И снова пропускаем синюю петлю, не провязываем ее серым цветом. Итого у нас 2 такие вот петли. Это будут идти как раз у нас вертикальные полосы. Дальше снова 4 серых провязываем, 2, 3, 4, 1 петлю пропускаем, следующая провязывается серым, 1 петлю пропускаем, дальше 4 серых, 1, 2, 3, 4, серых провязали, синюю пропускаем, серая, синюю пропускаем, 4 серых, 1, 2, 3, 4. Синюю пропускаем. И начинаем. Синюю пропускаем.
серая. Синюю пропускаем. 4 серых. 1, 2, 3, 4. Синюю пропускаем. Серая. Синюю пропускаем нить за работой. 4 серых. 1, 2, 3, 4. Снова синюю пропускаем нить за работой. Серая. Нить пропускаем. И 4 серых. 1, 2, 3, 4. Пропускаем. Серая. Пропускаем. Серая. 4 серых. 1, 2, 3, 4. И закончили тем, что пропустили. Все, ряд у нас провязан. Такие у нас идут ряды 3, 5, 7 и 9 по схеме. Один в один. А следующий ряд, вот смотрите, но здесь есть такой нюанс. Вот эти петли, вот они, петли, нитки, их надо перекрестить. Смотрите, чтоб голубая шла. Вот видите, раз, перекрестили. И сейчас весь ряд будем вязать синим цветом. Вот. Все петли провязываем синим цветом. Что пропускали, и серую тоже провязываем. Все, довязываем до конца вот так ряд. И вот что у нас получается. Видите, вот они, петли, идут горизонтальные полосы, ну а это уже, вертикальные, будут синие полосы идти. Все, довязываем синим ряд. И еще раз покажу потом серый ряд, и будете уже самостоятельно его вязать серым, потому что здесь ничего сложного нет. А давайте вместе провяжем. Здесь повторяются два ряда. Несколько раз вытягиваем. Главное первый ряд основу заложить, и все. Также можно поиграть с вот этой расцветкой, можно больше, шире квадратики, уже квадратики сделать, можно горизонтальных полос больше сделать, шире вертикальные полосы сделать, цвет менять. Да все что угодно, знаете, много чего здесь. Сейчас еще раз просто покажу, что нитки перекручиваются между рядами. Обязательно, чтобы не было дырочки. Все, вот довязали, да? И теперь вяжем серым цветом. Берем серую ниточку, сейчас я подтяну там еще кончик, потом я его зафиксирую. Все, смотрите, вот две нитки, да, у нас? Вот они идут. Вот так. Мы берем и перекручиваем, и чтоб серо вязать. Перекрутили ее. И начинаем вязать серой. Смотрим, что здесь у нас по узору. Сначала серая, потом идет полоса, пропускаем. 4 серых. 1, 2, 3, 4. Потом вот идет полоса, мы ее пропускаем, серая, пропускаем, 4 серых, и повторяется ряд, 2, 3, 4, вот идет полоса, сразу видно, мы ее пропускаем, серая, вот идет полоса, пропускаем и вяжем 4 штуки, 1, 2, 3, 4, снова пропускаем, серая, пропускаем, 4, 1, 2, 3, 4, пропускаем, пропускаем, дальше снова серенькая, пропускаем, 4 сереньких, 1, 2, 3, 4, пропускаем, серенькая, пропускаем, 4, 1, 2, 3, 4, пропускаем, серая, пропускаем, 1, 2, 3, 4, пропускаем, серая, пропускаем, 1, 2, 3,
4, пропускаем. Все, это у нас второй ряд. Смотрите, по схеме вот этой, которую я нарисовала. Раз мы провязали серым, второй ряд. Потом идет весь синий, серый, синий, серый. И дальше идут вот раз, два, три ряда синим цветом. Давайте я сейчас раппорт этот весь довяжу и покажу. Раз, два, три, четыре раза вы вяжете серым и три ряда подряд будет синим. Сейчас я провяжу вот эти четыре ряда сереньким и три синим и покажу, что должно быть весь во всем раппорте. Итак, вот один раппорт готов, смотрите. Вот что у нас получилось. Видите, раз, два, три, четыре серых полосы и вот одна синяя. Вот они вертикальные эти полосы идут, видите, и горизонтальные. И вот она схема. Вот 10-й ряд я провязала, вот он. И начинаем заново. Два ряда синих вяжем, серый, синий, серый, синий. И таких я вязала для пагаленка 4 раппорта. Вот они. Все, вяжем самостоятельно 4 раппорта. Вот так, наверное, подальше покажу, оно виднее. И потом будем уже вязать пятку. Все, довязываем. 4 раппорта, смотрите, я довязала. Вот 1, 2, 3 и 4 я закончила серым цветом. Синим я не начинала. И давайте померяем общую длину. Можно вязать выше носочек. Итак, у нас получается это 14 сантиметров. И будем вязать пятку. И сегодня я вам отвечу на такой вопрос, почему у меня нет клина подъема. Я не всегда его не вяжу. Бывает, что у меня он есть. Но сейчас давайте мы провяжем высоту пятки. И я вам расскажу, почему у меня нету клина подъема. Для начала у нас здесь 28 петель. Мы должны одну петлю перенести, 29-ю. Пятка будет состоять из 29 петель. Вот я переношу одну петлю. Почему? Смотрите, чтобы узор шел симметрично. Вот здесь идет одна вот петля лицевая. И здесь тоже вот идет одна лицевая. Все, это будет у нас узор. Мы начинаем вязать только пяточку синим цветом на 29 петлях. Вот здесь 29 петель, мы будем вязать только их. Я беру вторую нить Alize Fine. В начале видео я вам говорила, пятка будет уплотненная, и будем вязать лицевыми петлями. Я буду вязать 20 рядов. Вот берем в две ниточки и начинаем вязать только лицевыми петлями. Первую петлю тоже провязываем сначала и вяжем лицевыми. 29 петель, потом мы развернемся в обратную сторону, будем вязать изнаночными петлями. В две нитки я вяжу. Можно вязать в одну. Сейчас я провяжу 20 рядов поворотными рядами. Сейчас я вам покажу. Только 29 петель. Вязать можно пятку хоть бумеранг. Но я всегда вяжу бабушкиным методом. Не знаю почему. Может, когда-нибудь я приду к пятке бумерангу. Но пока я ее не вяжу. Я носки вообще как бы редко вяжу. Это первые мои носки для мужа. И то не факт, что он, знаете, его и их будет носить. Последняя петля изнаночная. Переворачиваем вязание и вяжем, как мы обычно вяжем, полотно. Первую снимаем и в обратную сторону вяжем изнаночными петлями. 29 петель. Потом мы их провяжем, развернемся, будем вязать в обратную сторону. И так мы вяжем 20 рядов. Сейчас я довяжу вам и покажу. Итак, девочки, смотрите, я связала высоту пяточки, вот только лицевая гладь. И теперь я вам отвечу на тот вопрос, который мне задавались, почему у меня нету клина подъема.
Есть такие стандарты, это высота пятки, есть табличка, я вот здесь вам ее специально оставлю. И для моего 42-43 размера нужна высота пятки 7 сантиметров. Вот 7 сантиметров, у меня вот есть 6-7 сантиметров, видите? 7 сантиметров, все равно тут 6,5 у меня влазит. Поэтому, почему 20 рядов? Потому что у меня здесь 29 петель. И сейчас, когда я буду вязать на центральных 9 петлях, у меня останется 9 петель. И по 10 петель я наберу по бокам. Вот здесь. От чего вот эта косичка образуется? При вязании 2 рядов. Мне надо с этой стороны набрать 10 петель. Поэтому я вязала 20 рядов. Но смотрите еще такой вариант. Это у меня связано в 2 нитки. Из-за толщины пряжи у меня получилось 7 сантиметров. Если вы будете вязать в одну нитку, например, пятку вот эту 7 сантиметров, то давайте вот посмотрим, сколько это вот у нас будет рядов. Вот 7, если сантиметров, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать два, двадцать три. Ну, грубо говоря, ровное число будет 24 ряда. Вы провяжете в одну нитку. И 24 делим на 2, значит, тут вы наберете 12 петель. И 2 петли получаются лишние, их надо будет убрать. И когда вы будете убирать через ряд эти петли, то у вас вот здесь будет клин подъема. Я не знаю, это мое мнение, девочки. Клин подъема, он просто называется клин подъема. Для меня он не привязан к именно к подъему, а он привязан к количеству петель. Он для того, чтобы сократить количество петель. Потому что мы в этой пятке набираем. Почему при, например, часто при пятке бумеранг, по-моему, эти петли не вяжутся. Ну, кто вяжет, кто не вяжет. Клин подъема. Ну, а мы будем дальше продолжать вязать пяточку. Вот мы связали высоту пятки 7 сантиметров. И будем вязать на центральных 9 петлях. По краям 10 петель мы будем только захватывать. Сейчас я увеличу поближе ключ и будем вязать. Начинаем вязать. Первую снимаем и начинаем считать. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель провязали. Вяжем дальше центральные 9 петель. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 и 10 мы должны 2 петли провязать вместе. Вот берем за заднюю стенку и провязываем 2 петли вместе, подтягиваем, разворачиваем вязание, первую снимаем и начинаем снова отсчет. Эту петлю считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и вот эти 9 и 10 мы провязываем 2 вместе изнаночные. Провязали, разворачиваем вязание и снова вяжем. Раз, первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 и 10 мы должны снова провязать 2 вместе за заднюю стенку. И будет вот такая вот косичка образовываться. Подтягиваем, переворачиваем снова вязание. И снова вяжем в обратную сторону. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 провязываем 2 вместе. И так вяжем на центральных петлях, пока у нас по краям не закончатся все петли и не останется всего 9 петель. Вот образуется пятка у нас, вот такая вот. Все, довязываем, пока у нас вот здесь не закончатся все петли. Пяточка готова, вот что у нас получилось, и осталось 9 петель. Отрезаем пряжу, главное не перепутать, ализе, которая файн. Отрезаем, убираем, она нам больше не понадобится. Все, теперь мы будем добирать петли. Будем вязать по кругу снова. Так. И смотрите, начинаем вязать. Первую снимем и в одну ниточку вяжем синим цветом. Нам надо провязать 3 ряда. Вяжем 9 петель вот здесь, которые мы у нас были. И добираем вот здесь из косички вот 9 петель. Поворачиваем и вот целиком прям в косу вводим вот. И добираем, 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10 вот отсюда идет, чтобы здесь не было дырочки. Все, 10 петель набрали, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель набрали, и по переду вот здесь мы тоже сейчас вяжем все петли синим цветом, вытягиваем и провязываем, как мы и вязали, все петли синим. Это у нас начинается снова вязание по кругу. Здесь по узору уже надо нам провязать 3 ряда. И потом уже снова будем дальше вязать узор по рапорту, как мы вязали. Нитку серую я не отрезала. Итак, вот довязала. Здесь у нас 28 петель. Так. Там нитка. Оп. Довязали, подтягиваем серую нитку. И смотрите, вот здесь нам надо спицу вытянуть. Берем синюю нитку и набираем тоже 10 петель. Вот здесь у основания надо сначала нам набрать, поднять одну петлю. Вот здесь вот. Есть место такое, где часто образуются дырочки. Вот мы поднимаем петлю, захватываем ее и протягиваем. Все, первая петля есть. И отсчитываем. Здесь у нас вот цепочка идет. И отсчитываем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, 9. Здесь немножко такой промежуток будет, так как мы же начинали здесь вязать. И начинаем поднимать. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все, набрали петли и все распределяем. На подошве у нас уже есть петли и начинаем вязать еще 2 ряда.
ну как два ряда, что по лицевой стороне у нас было три ряда. Один ряд мы там довязали и еще провяжем вот до серой нитки. Здесь у нас снова вот здесь будет начало ряда. От начала подошвы это у нас начало ряда. Будет снова там же начало ряда, хоть там немножечко с одной стороны и меньше на один ряд. Ну ничего страшного, так всегда получается. Все, вот второй ряд сейчас довяжем и еще один ряд. Сейчас я провяжу самостоятельно и покажу. Я провязала три ряда, вот у нас пяточка. И начинаем вязать по кругу. Я дошла, вот три ряда отвязаны. И на подошве теперь у меня нет решеточки, вот смотрите. Здесь я вяжу просто полосы, а здесь так и будут идти решетки. Поэтому следующий ряд у меня серый. Конечно же, снова перекрещиваем петли, нитки, чтобы не образовалось дырочки. И начинаем вязать. На подошве сейчас у меня будут все ряды, все петли серыми. И когда у меня будет серая нитка вязаться, будут серые полосы, серая полоса, когда синяя будет синим. Здесь я уже не стала делать. Если вы хотите, то можете сделать. Можно связать, знаете, резинкой 2 на 2 подошву. Частенько подошву вяжут, можно каким-то узором еще дополнительно связать. Можно было подошву отдельно вязать, верх отдельно, подошву двойную плотную, а низ отдельно. Итак, вот я довязала серым подошву без решетки. А здесь спереди я уже снова начинаю вязать по узору, как мы и вязали. Вот где синяя идет полоса, мы снимаем, дальше вяжем раз. 2, 3, 4, снимаем, снова лицевая, снимаем, так, чуть плохо да видно, снимаем, снова 1, 2, 3, 4, снимаем, вяжем, снимаем, 4. Ну, здесь уже вы уже знаете этот рисунок, и сейчас я скажу, сколько раппортов провязала для своей длины. У меня там, по-моему, 5 раппортов. Все, ряд довязала. Дальше уже вяжем по раппорту. Итак, смотрите, вот на этом носочке давайте покажу. Так. Вот, видите? 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов связаны и вот так подошва идет. И здесь вот рисунок идет, носок еще не стиран, и вот такая вот подошва. Все, довязываем нужную нам длину и будем вывязывать уже мысочек, он просто синим цветом. Все, провязываем 5 раппортов носка. Итак, 5 раппортов провязаны. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5 до нужной мне длины. Это если вот так померить, от пятки 14 сантиметров, а вместе с пяткой где-то 21,5 сантиметров. И будем делать убавление. Смотрите, я провязала 5 раппортов и 1. Давайте поближе. И один синий ряд. Отрезала серую нитку. Все, и будем убавлять. Я сейчас покажу, как я буду убавлять. Убавки делаются через один ряд. Один ряд лицевой в одном ряду убавления. Итак, начинаем делать убавление. Одна лицевая, она всегда будет здесь одна лицевая. Разворачиваем петли. Если вы вяжете, как я, бабушкиными, чтобы они вот смотрели. И провязываем 2 вместе за заднюю стенку, чтобы вот так петля развернулась и была в
влево смотрела. Дальше вяжем лицевыми петлями 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, в общем, мы не довязываем до конца 3 петли. И там тоже будем провязывать 2 петли вместе. Такое убавление будет через один ряд. Ряд лицевыми, ряд убавлений. Убавки делаем только по краям. И еще у нас здесь ведь 29 петель. Мы одну петлю должны убрать обратно на перед. Чуть я не забыла. Все, вот, значит, мы 1, 2, 3, 4 петли здесь у нас. Вот так они были. Провязываем 2 вместе за переднюю стенку, 1 лицевая. И вот эту 29 петлю мы отправляем наперед, чтобы у нас на подошве 28 петель было и на передней части 28 петель. Мы же, помните, отправляли одну петлю и начинаем делать убавление по передней части. 1 лицевая. Снова переворачиваем здесь петли. И провязываем 2 петли вместе, вот. И дальше вяжем, не довязывая, 3 петли. И сделаем точно такое же убавление, как мы уже делали. И делаем так убавки через ряд, пока у нас не будет на каждой спице по 10 петель. Потом мы провяжем их все 2 вместе и закроем мысочек. Итак, вот я довязала 3 петли. С этой стороны я провязываю 2 вместе вот за переднюю стенку. Она будет развернута вот так с наклоном вправо. И 1 лицевая. Все. Переворачиваем вязание и все петли вяжем лицевыми. Потом снова убавление, как я вам показывала. Потом снова лицевыми. Я думаю, здесь понятно, вроде бы показала. Думаю, больше показывать, наверное, не буду. Все. Делаем вот такие вот убавки. Видите, здесь вот с наклоном лево петля. А вот здесь вот с наклоном вправо. Все, довязываем убавки самостоятельно. Все, смотрите, у меня осталось по 10 петель на каждой спице. Вот так смотрятся убавки. Вот они. Вот здесь 2 петли идут и убавление. Вот. У вас должно получиться точно так же. И убавляем. Провязываем по 2 петли вместе. Просто ничего сложного. Здесь берем 2 петли, провязываем вместе, следующие 2 петли вместе. И останется всего у нас 10 петель. Мы отрежем нитку и все, и стянем. Так, с одной стороны уменьшили. И сейчас со второй стороны тоже провяжу по 2 вместе. И закроем петли. И носок наш готов. Останется его постирать. Стирать я буду в стиральной машине. Я все так экспериментирую. Это чистая шерсть, поэтому на горячую там температуру нельзя ставить. Все, я провязала. Отрезаем нить. Вставляем нитку в иголку. Ногти, конечно, отросли, надо их уже отрезать. Завтра идем на коррекцию. Так, все. И снимаем. Как вяжем, так и снимаем. Видите, вот за переднюю стеночку я вот так снимаю на иголочку. Сняла, вытянула. Вытягиваем леску и снова снимаем точно так же, как вяжем. Также я и снимаю.
затягиваем, затянули и еще раз здесь пропускаем через отверстие, вот таким вот образом, чтобы не распустилось, и затягиваем. Так, еще тут сделали, и надо наизнанку вытянуть иголочку и зафиксировать с обратной стороны. Вот. Все. Итак, вывели иголочку на обратную сторону и просто зафиксировать, как мы обычным способом фиксируем. Таким вот образом. Так, и все. Зафиксировали. Прячем остальные ниточки. И все. И носочки готовы. Вот что у нас получилось. Вот такой вот мысочек. Вот он. Здесь все расправится. Все. И носочки нашим мужчинам готовы. Они постираются, все разгладится. Вот такие вот носки у нас получились. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!